23 дня и полсотни километров пути. Персиковый пудель по кличке Сэм из Красноярска, чтобы встретиться с любимой хозяйкой, прошел почти 50 километров. Хозяйка собаки рассказывает, оставила пса с племянницей на 2 часа. Нужно было уехать на дачу. По приезду выяснилось, любимый питомец пропал. Собаку искали не одну неделю и практически смирились с потерей. Но спустя 23 дня Сэм объявился. Он пришел сам, но не домой, где прожил 10 лет, а на ту самую дачу. Около 23 дней назад я оставила свою собаку у племянницы. Мы поехали на дачу полить буквально огород на 2 часа. Кошку с собой взяли, а собаку решили оставить, чтобы не катать его в машине. Столько было слез пролито. Сейчас, конечно, у нас счастье, он сам пришел. Буквально вот на днях пришел. Видимо, его подкармливали, все равно по пути. Хорошие люди есть на этом свете. Но слава богу, что никто не приютил, он все-таки до дома добрался. Мы очень рады этому.